Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас из зимней Финляндии, куда я приехала отмечать один из самых важных христианских праздников – Рождество. А то у меня в Испании мало праздников, нужно еще и в Финляндию поехать праздновать. Когда я приехала в Финляндию, я, конечно, была просто в шоке. Я улетела из Испании, где было около 20 градусов, и прилетела сюда, в Финляндию, где шел ледяной дождь со снегом. И в Хельсинки снег, который там был, он весь раскиселился, растаял, и там была под ногами отвратительная, мерзкая вот эта жижа, текли потоки, и вообще ужас и кошмар. Но когда я отъехала к себе в Ярвин, пока, до которой там 40 километров от Хельсинки, вглубь страны, и здесь совсем уже иначе все выглядит. Здесь лежал снежок, было кругом белым-бело и небольшой морозец. Как раз, что хочется в Рождество. Рождество в Европе начинается праздноваться с первого воскресенья декабря, когда начинается Адвент, это ожидание Рождества. В это время включается рождественская иллюминация, улицы украшаются, проходит множество корпоративов и вечеринок. А 6 декабря у меня тройной праздник. В этот день отмечается День Святого Николая, День независимости Финляндии. И День Конституции Испании. Так что святое дело 6 декабря всегда отмечаем. В Финляндии, по традиции, ведущей свое начало с 13 века, в сочельник 24 декабря в полдень в городе Турку, который является самым старым городом Финляндии, там провозглашается рождественский покой. Рождество – это семейный праздник. Этот день финны отмечают в кругу семьи и идут в сауну, а потом готовит рождественский стол. Вместо стартера подается молочная рисовая каша, куда добавляется одна миндалина. Тот, кому попадется эта миндалина, того ожидает счастье и удача. Пьют обычно глинтвейн, который бывает и алкогольный, и безалкогольный. В Рождество на финском праздничном столе обязательно присутствует окорок. Раньше эти большие свиные окорока покупали свежезасоленными, они там как-то вымачиваются в соли, и потом сами запекали в духовке по много часов. Но сейчас жизнь упрощается, и поэтому уже мало кто заморачивается с приготовлением этого окорока самостоятельно. Обязательно присутствует свежезасоленная семга, то есть форель радужная, салат россоли, он похож на наш винегрет, запеканки из брюквы и моркови. Ну, и также обыкновенные салаты из свежих огурцов, помидоров и у кого какие, на что хватит фантазии. Кофе подают различные сладости, имбирное печенье и рождественские пирожки из слоеного теста.
Это имбирное печенье часто школьники и дети в детском саду сами делают, различные фигурки и пряничные эти домики имбирные. Промежуток между обедом и кофе к нам в дом приехал Дед Мороз. Но двухлетний виновник торжества, ради которого Деда Мороза приглашали, перепугался и наотрез отказался к Деду Морозу подойти, несмотря ни на какие подарки. Зато взрослые с удовольствием пообщались с Дедом Морозом, пофотографировались и пожелали ему доброй дороги. Надеюсь, теперь Дед Мороз отправится в ваш дом. Сочельник отгуляли, слава богу, и разошлись. Но на следующий день положено опять идти и доедать остатки праздничного стола. И сегодня мы опять собрались. Ели остатки вчерашнего пиршества, а также были приготовлены какие-то другие там закуски, и сладостей было опять много, и с большим удовольствием сегодня отметили. На завтра еще осталось бы, но я уже пас, я сделаю перерыв, буду набираться сил для встречи Нового года. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за внимание и до новых встреч!